сейчас там тихо еще ждем, как это звучит. Выйдем, пойдет шалан. Когда ты поешь, у тебя вчера. Ну, не поется она этими нотами, это слово не поется просто. Пошли. Это такая более приватная история. Этот зал у нас называется «Китайская шкатулка». И венцом, конечно, коллекции шинуазли вот этого стиля, который здесь в полной мере представлен, является этот антикварный посудный шкаф. Он из Японии к нам приехал. Это шкаф 18 века. Ой, вернее, он из Франции к нам приехал. Куда попал? Из Японии. Вот, вот так. Да, венцом здесь мы побалуемся. Вообще круто, зайцы, смотри.